появилось объектов стационарных, больших. Они же пустые. Взять этот алфавит. Там сколько? Два этажа пустуют? Ну так вы хотите, чтобы я на них работала? Нет, я просто говорю. Так у меня свой павильон, он, мне всего обходится аренду земли. Поэтому действительно... А если я пойду в аренду, я буду на него пахать? Надо анализировать, надо считать, надо помогать друг другу. А если сколько бы у вас устроила аренда в алфавите? Как стоимость... Вы не улыбайтесь. Как стоимость моей земли? Только с доплатой. Я понял, какая аренда? Обращался кто-то или нет? А никто не скажет, официально. Хозяин? Игорь Петрович, я об этом говорю. Если остановка, что? Ну, да, цветочный аренда бизнес 500 актуален. Тысяч квадратного метра. Всеми надо в алфавите, да? Да, ну, естественно, везде. За квадрат. Хорошо, и пустую территорию, правда? Вот именно. Нет, нет.